Талисман Центра гражданской защиты «Корги Маруся» стал главным персонажем тематического календаря. Помощь в его создании оказал президент группы компаний «Грант», руководитель фракции «Единой России» в Совете депутатов городского округа Григор Агикян. Авторский календарь попадает в руки неравнодушных людей, друзей, щелковских спасателей и знаменитого отряда четвероногих. На каждой странице – фото из жизни «Корги». Директор Щелковского центра гражданской защиты Леонид Киселев поблагодарил за сотрудничество Григора Агикяна и передал ему один из экземпляров календаря. На встречу Леонид Киселев приехал вместе с Корги Марусей и ее друзьями. Маруся и друзья, мы очень рады им, мы всегда им помогаем, и надо это развивать. Спасибо Григорию Валерьевичу, который быстро, четко откликается на нужды тех людей, которые стоят на страже закона, порядка, безопасности. И благодарны ему за все. Георгиевич, добра вам, здоровья. Всегда готовы помогать.